Новый год в Химках отмечали у торгового центра «Лига». По неофициальным подсчетам, там собралось более 2000 человек. Концерт длился с часу до 3 ночи. Химчан и гостей города развлекали музыкальные коллективы, огненное шоу, ну и, конечно, праздничный салют. О том, как прошли гуляния, расскажет Екатерина Зайнулова. Веселое настроение, брызги шампанского, объятия любимых. В новогоднюю ночь все располагает к хорошему празднику. Не подвела и погода. На площадь пришли порядка 2000 человек. Собравшихся с экрана поздравил глава Химок Олег Шахов. Впереди много интересной и напряженной работы. Предприятия городского округа Химки будут развивать науку, новые технологии. Вместе мы добьемся многого. С Новым годом! Сказать, был тяжелый, можно про каждый уходящий год, но для химчан 2012 был действительно непростым. Выборы, смена власти. Теперь все пережито и можно с новыми силами вступать в новое время с родными, друзьями, коллегами, а самое главное – с любимым городом. Приходили химчане буквально из-за праздничных столов. Кто-то всей семьей, кто-то парами, кто-то и вовсе один. Попасть на концерт мог любой желающий. Недостатка веселья не было. Дед Мороз, Снегурочка, русские народные и новогодние песни, огненное шоу, группа «Премьер-министр». В завершении всех порадовал салют. Екатерина Зайнулова, Сергей Гвоздев, служба новостей.